образованные люди, и все равно им настолько тяжело там найти работу, не только найти работу, но просто у нас особенно государственные работы вообще оплачиваются никак. Здесь государственные работы как-то считаются очень престижно. Ну, люди здесь по-любому жалуются, но я им говорю, слушай, сиди и не жалуйся, и радуйся, и будь счастлив. Хорошо, потому что у меня в Молдове родители работают, получают там какие-то...